что, понеслась жара по трубам. А, вон, все, я вижу свой спуск. Сейчас трубу сделаю и буду дальше делать. А, тут еще и капсула валяется, кстати. Так, значит, а как туда? Я без респираторов, поэтому ебал я в рот туда лезть. Кстати, игра красивая, что пиздец. А, я заблудился, поехал на электростанцию. Думаю, что-то не похоже на тот завод. Думаю, что я запутался. А, баги, переворачивайся, сука! Нормальный спуск получился, чего на него? Ухались. Ну такой себе спуск. Не будь меня подлакивает она. У меня тоже, меня назад систематически отбрасывает. Ну как систематически, собственно, постоянно. И вообще я рядом с машиной еду. Так. Ну чё, поехал я. А он с мицелли идёт. Сколько они машину, что ли, кусаются? Я мицелли, кстати, скинул в ящики где-то там на базе. Чего ингалятора чё нельзя? Мухоморы нужны, блядь. Мицелли. Мухоморы ебаные. Ну тебе животина, и чё ты хочешь мне доказать? Два удара и ты труп. Животное. Нету мухоморов, короче, понятно. Мухоморов и солги бочками закинуться. Да, тут еще где-то мухоморов можно собирать. А у меня только есть орехи, блять. А мы же это делали, там можно это сканануть. Где они? Да хуй. Текс, ну что ж, что же. Так, где она была? Где она была? А, транспорт. О. Блять, цемент в машинке, ладно. А вот где тут, кстати? Врезали же меди, кстати. Подниму громкий. Пока. В том же ящике, куда, в принципе, и складывалось, если ты на моей базе. Бля, чувак. Но я еще не пристраивал ничего. Я только начал. Ладно, сейчас поищу сам. Ну, он там самый крайний справа. А, я нашелся. Тебе, кстати, Кирюха, сделали вот эти вот штуку реально высоко, этот самый, как он, транспортную эту трубу. Там реально в прыжке на нее подпрыгиваешь и полетел. Ну правильно. Все как ты хотел. Еще бы красиво это как сделать, лесенку, может, какую. Или платформочку. Так, а где? Чтобы это выглядело типа аутентично. Куда запитаться-то? Надо стол какой-то поставить. Я, короче, топливо выложил на склад. Как? Я бы с собой привозил немного. Он выложил топливо на склад. Он наложил. Себе в руки. Не понял. Детонатор обелиска нужен. Сканер объекта. Чё, не порох? Так, у меня эти кончились. Кто? Ингаляторы. Кто посмел кончить? Что там? Мясо у меня есть. Мицелли у меня нет. Где ты, говоришь, мицелли выложил? А, в ящике где-то в этом. На базе. Заебись, объяснил. А, в правом углу отхода. Там где-то в этих ящиках. Блять, знаете, тебя он по ним хоть сейчас оказаться вообще в любом ящике. Ну, может быть, так. А, там цемент есть. Я не отрицаю такого развития событий. Ну,
У меня все есть, если что, чуть-чуть не целил. 8. Да нет. Не, я там 2 стака принес. Нормально. Опа. Тормози, тормози. Машина. Машина известнейшегося. Блять. Где? Где, блять? В какой, сука, ты положил его ящик? Ну, в какой-то. Ищи. Ищи, мы в тебя верим, тебе, Дима. Тебе нельзя давать столько ящиков возможностей. Ищи. Я честно в тебя верю. Что ты найдешь цели. Пиздец. Это еще не пиздец, Дима. Это еще не пиздец. Еще не вечер, блять. Вот я вообще по красоте труба. Так, сейчас мы ее на базу. Ты его точно на складе выложил? Да, наверное. Да, на складе, у меня нет в инвентаре. Машинки тоже, по-моему. Сейчас машинки ляну. Все. Движки, блядь. Да, машинки нет. Так что еще на складе, либо в главном ящике на базе. Еще есть такой вариант. Не подтялюсь. Не, ну я на складе, я тебе говорю, справа в ящиках выкладываю. Я же не совсем уже. Не, есть вариант, что еще на той базе, где этот самый мох выложить. Но я не думаю, я не настолько мороженый. Ты как раз можешь что угодно сделать. И это даже не удивит. Опа, я трубу сейчас делаю вообще. К базе. Занят тут мегапроектом. А, это суперкомпьютер, блядь. Короче, я не нашел мицелий. Кирюх, Гриш, у тебя немного есть? Да, иди-ка, я в центре сам. По крайней мере, когда я делал, было. А может его забрали, кстати, между прочим. Кирюха, может, забрал его. Выкинулся, нет? Бля, что, провалился? Бля, он провалился, походу. А, вот он, вот он висит. Он может, да, на голове быть, кстати. А, блядь. Ну, у нас такое же было несколько раз. Кидаешь, типа, все и... Пропал. Нахуй мне сюда-то. Видите, эта машинка топливо сжирает, как не в себя. А зачем, интересно, нужен кристалл? На 3 ингалятора хватило. Только, наверное, не зачем. Я приехал, где ты там не нашел мицелий? Вот тут он в ящике. Вот он. Просто он выглядит, Дима, как руда, и ты его не нашел. 200 мицелий. А, блядь, ебаный в рот. Я его за руду и принял. А у тебя шметки этих есть, инопланетян? Это у меня кончились. Вот тут были. По-моему, я все потратил ошметки. Ну я сюда скину мицелий на те. Тогда если ошметки есть. Если что, у меня 8 ингаляторов, если сделал. Да дайте мне. У меня 2 осталось. А, не, у меня 3, не надо. Дать тебе, Дима. Дай один. Это сложно тут разделять, как вот на правую клавишь. Животное, ты че сюда пришла? Ну нахуй. На нашу базу. Так, мне нужна вот эта штука. Так, я тогда лишний мицелий обратно верну. Да, ты возвращайся назад. Суперкомпьютер нужен. Только нахапал, понимаешь, мицелия. Чего это лишний? Нет ничего лишнего. А вот эти синие движки ты делал, да, Шурик? 68 лежит в этом рецепте. Там, где поиск радиосигналов. Какие синие движки? Как называется? Мотор? Тут поиск радиосигналов, технология. Сейчас. И тут, типа, нужно вот эти вот кварцевый, блядь, диск этот ебаный, блядь, проигрыватель. Синие движки и 10 этих маяков. Синие движки — это обыкновенные моторы. У нас их там 2 ящика полных почти. А, это моторы обычные, да? Да. То есть теоретически можно сделать 50 этих, как да, 50... Да. Как их называют? Ну, но они вручную делаются, либо на этом.
я так понимаю. У тебя же вроде было производство. Не. А. Ну, я у тебя снял... было производство только этого, да? Да. Только переработка, я понял. А этого не было. Ну, может быть, сбрести, кстати. Да, кстати, я тоже не против. Ну, просто... Не очень нужен, правда, короче, этот поиск. Я думаю, там просто искать эти жесткие диски через него. Ну, может, он просто тупо откроет и скажет, пацаны. Давай сделаем, поможешь мне сделать? Давай, да. Давай, быстрее будет. Там же на станках надо будет все делать. Я тут. На верстаках имеется в виду. Да, лутаюсь. Да, и мы тут завод переделанный. Собран, я бы сказал, из говна и палок. Ну, мы спешили. Надо железных пластин набрать. Я вот как раз побегал, уже пособирал. Ну, что-то ящика нету, кстати, на железных пластинах. А есть у кого эти крутые каркасы, чтобы не бежать? У меня есть, но у меня 40 всего. Ну, да. У меня выложено в этом. Где? На базе. На который я сейчас ехал. А где у нас тут эти пластины-то? Так я говорю, у нас ящика, по-моему, нету. Бля, ну туда ешь, я ж тебе говорил поставить. Хотя, может, и стоит, я не знаю, но я не нашел. Бля, где теперь я должен взять себе, ну? Я со станков поснимал. А, вон там вот, разве нету? Кстати, а у нас же ящик какой-то отдельно стоит, может, в нем это пластины? Это балки. А там какой-то один, я видел, отдельный ящик стоял. Бля, чё везде балки делаются? Вроде едут не балки, а делаются балки. А, блядь. Потому что там это, как его? Вот пластина нашел целый стак. Стак. Ящик тоже. Один стак, что ли? Один стак. Просто один валяется. Ну, как хотите. Нет, тут ящик с балками. А, прикинь, целый ящик с балками. А везде эти самые реально... Ну, не балки, а эти, как его? Это я, кстати, сидеть ящики с балками ставил. А не вот он, не, вот он ящик настоит, чувак. Ну он, вот он. Сюда, но он это все сжирает, пластины. А вот тут что? А, тут эти. Ну без пластин никуда, пластин нужно быть. Они сжираются. Вот здесь вот сотку можно снять. Так, ну я все взял. А, блин, пластмасса. Дима, пластмасса возится в этом, да? Поездом, да вот у вас кучи вот пластмасса. Где? На базе? На этой. На платформе. А, ну я сейчас туда еду. И с нее он разгружается в разные стороны, расходится. Ну что, я сейчас сделаю пластины, короче, не проблема. Пау. На этом сделаю какого, блядь. На том заводе. Хотя и на этом бы не мешал кашинить. Ну где, блядь, поезд? Я не хочу пешком туда хуярить. Блядь, назад. Пойду пластмасски цепану. А, вот, вижу, бежишь. Че там, тачку? А, не стреляй! Шельмец! А че делается тут это? Я не смотрел, я просто смотрел, что тут пластмасса, вот, все конвейеры забиты. Бля, а че это не едет, слушай, а че не едет-то? А, микросхемы. А микросхемы не едут, потому что не хватает медный лист. Михалыч. А, тут катушки идут, прикинь. И теперь вместо катушек сюда нужен медный лист. Прикол, прикинь. Так, вам компы? Переделывать все нахуй надо. Да. Не, ну тут можно сейчас это, отвести конвейер и медный лист кинуть. Ну я говорю, что вам этот конвейер надо будет переделать сейчас. Ну ты переделай, что проблем-то. Да, я сейчас переделаю. Я сейчас переделаю. Я жду поезда, чтобы уехать нахуй. Это мы идем вот так вот, вот так, вот так, вот так и вот так. Блин, ты чё так долго-то, а? Из ящика просто, а эти куда-нибудь в ящик положу, да и все. Главное пустить сейчас.
Там, в принципе, конвейер повернуть. Кристалл. А кварцевый кристалл не переработанный только, да? Почему переработанный? А, не, переработанный, я там появился целый этот самый. А, в машине, да, наверное, лежит? Не-не-не, я выложил на складе переработанный кварцевый кристалл. Там есть несколько ящиков и переработанных. Прям справа, ящика где-то. А, нашелся. Блядь, трактор что-то колбасит. Да, завод нужно переделывать, потому что это... Не пройти, не проехать. Машина. Это дорогу сверху сделать, шоссе. Шоссе. Проще так сверху реально дорогу сделать над заводом, чем завод переделать. На самом деле, да. Это с этим не поспоришь. Все, короче, я поехал. Ну и... Блять, меня скинуло с поезда, ёб твою мать. Ага, вот и все, уехал далеко. Ну что, поможешь мне осциллографы сделать? Да, сейчас я эти самые... Доделаю. Катухи, чтобы компы шли. А чем вам еще осциллографы? А там еще одна технология. Блять, ты животное ебаное, как ты меня бесишь, откуда ты взялось? Ах ты сука. Сюда, что ты там манцуешь? Блять, запилил нахуй. А ведь запила наносит урон? Нет. Нет. Так что Дима не понимаю буквально. Не, я хотел обрадоваться наоборот. Ну, мы тоже хотели, но не обрадовались. Хотел представить себе Эшем. Кем? Кто такой Эш? Кто такой Кеш? Ты чё? Классика же. Я вообще... Да, уже классика. Непонятно, о чём он. Чин бурой, тот самый. Эш и зловещий мертвецы. Ага. И сериал был. И мультфильмы были, и игры были. Бля, где я был? Так, тут надо поставить что? Ящичек. Вот такой можно пока ебануть. Так, все, пускай он сливается, вот эти. Вот эту всю фигню надо... Да ёбаный поезда, блядь, где вы? Залутать. Да ебать эти кварцевые осциллографы дорогие, пиздец. Угу, там проволоки только дохуя нужно на них. 36 это переработано, 28 проволоки и 5 укрепленных пластин. Угу. Всех производств ставить, там надо, бля, огромный завод строить, чтобы это все подавалось. Бля. Да. Я уже 26 сделал. Стопа, я не поторопился ли ехать? Есть. Я тут жду, когда катушки просрутся, иначе надо что-то делать, смотрите. То, что надо. Это у меня все в принципе так, есть. Да. Пару очистительных смогу поставить. А ладно, по месту разберусь. О, ебать, быстро переработал его. Блять, как катушки появились. Это, скорее всего, осталось где-то. Бля, и теперь они забили опять конвейер, сука. Ну все, эти самые микросхемы пошли делаться, компы пошли делаться. Бля, и тут катушки еще где-то оставались, походу. Да, на втором конвейере, который ты вот сейчас переделываешь, там еще были. О, все. Ну все, готов тебе, Кирих, помочь. Ты, наверное, на том же наделах. А, блядь. Да, у меня уже 44. Это а рядом со мной, на поезде, если что, вы мне можете подвезти. Я... Где этот самый? Где поезд? Оттуда бежим. Ребзи. Чё? А если что, на поезд можно же загрузить рез? Ну, если у меня ботэ будет что-нибудь очень много и... Очень ну тебе придется-то как-то вручную им управлять, не знаю. Да. Так теоретически там вагон ставишь и загружаешь, да. Бля, опять сквозь поезд проваливаюсь. Так, ну чё, тебе помочь? Заполни там все, кроме осциллографов.
в этом, в самом рецепте. А так-то я уже сделал, короче, всего. Класс. А я докину осциллографа только и все. А тут, ну, даже что, чтобы все это было внутри тебя. Оно ж это... Забавно, бля. Берет. Из да? ТП. Угу. Я не могу сесть на поезд, провалюсь. А как ты тогда 40 движков закинул? Так, взял в себя 40 двигателей. Ну, надо, кстати, еще движков. Могу, кстати, я тебя кинуть. Сколько там надо? Сейчас, подожди. Вон, я сзади кинул. А, да. Точно. Хватает? Сейчас посмотрим. Десять маяков еще надо. Маяков? Давай сделаем. Да. А у меня, подожди, у меня сколько? А, ну я сейчас сделаю. Сейчас. Я сделал уже. А что там еще? 100? А, еще какая-то хуйня нужна тоже. Ну вот этого блока радиоуправления мы не сможем сделать. Какой-то белой хуйни нету. Ну все, 5 минут он будет. Угу. А что за белая хуйня? А я не знаю, вот, что это такое. Может, а, у нас есть? Дюралюминиевый лист. Нет, такого явно нету. Дюралюмин, я даже не знаю. Кстати, мы находили какой-то алюминий, по-моему. Вот как раз, наверное, из него и делается эта хуйта. Люлюминий, блять. Да. Так что. Ну все, в принципе, можно не париться. Вот это скинем. А вот это не скинем, блять. Нам надо, блять. Провода. Так, ну я тоже все забрал. Что хотел. Ну поехали, ладно, туда строить, короче. Там тоже есть у меня этот исследовательская станция. Бля, Шрюк, видишь, я над тобой лечу, короче. Я сзади тебя в трубе сечу. Я подожду. А, он вижу тебя впереди. А, не опять не в ту засосала, сука. Я вот говорю тебе, нахуй, нельзя делать так, чтобы сразу засосал. Я хочу первее Шурика прилететь. Ебать ты шпаришь, пиздец. Кина не будет. Так, стоп. Кстати, она не такая уж и быстрая, это, короче, хуйня. Так, все, продолжаю строить. Труба. А, Шурик, кто так трубу ставит, пиздец, блядь. Так я еще не построил, ты чё? Ёбаный рот, так можно в пропасть лететь, нахуй. У нас еще не готовы, я еще даже тестов не проводил. Ну чё они тут тусуются эти, блядь, огромные хуйни. Чё, кстати, да, понабежал, а было же меньше. Иди отсюда! Лени уебал. Ты чё, ты не понял? Это наша земля. Теперь. Ты че, ёпта, ты че, блядь? Все, мы тут теперь хозяева по жизни. Наш. Так, трубу надо как-то. Как-то ее. Как ее сюда тогда получается где-то. Или наверх пустить. Сейчас она на наверх кто-то дотянется. Давай.
Бля, стеклянный пол, аж страшно это самое, подниматься на него. Стеклянный потолок. Да и чё там страшного? Много чего. Сука, Сяну мешает. Ах ты, мразь. Ладно. Я тебя отомщу. Вот так, не будешь мешать. Электричество заказывали. Жалко, фонариков нету. Не хватает. В смысле нету? Есть фонарики. Ну я имею в виду это поставить. А, стационарные? Да, на базе. Так ты есть, да. Блять. Так, есть идея. Реально стрёмно настоять то нахуй. На фондейшене, блять. Стеклянном, проверка системы. Опа! Опа! Да, ты, Дима, кстати, не только пластмассой можешь заняться. Ты можешь заняться в целом производством компьютеров, которые в пластмассу тебе подъезжали. Я вообще-то хотел нефти химкой заняться, раз она где-то поблизости. Да. Как раз нефти. Ну ты есть нефтехимку, чего? Сначала я хотел пластмассы и топливо для этого видео, для джетпаков. И нефтянку поднять. Бля, они еще разно по-разному делают. О, сука, блядь. Думаю, блядь. Так, ага. А как определить-то, блядь, как оно будет? Как оно Thank you.
плеч, и присрос. Гидон забыл взять в руки. Ебать! Вот он. Есть! Есть тут чё или нету? Сука! Да я спускаюсь, я смотрю, есть там этот фундамент или нету. Стеклянный. Опасный чувак, фундамент. Ну да. А ты решил переделать, что ли, его здесь? Да, я дорожку просто сделал. Я думаю, тут это, а вон тут эту башню поставить, как ты думаешь, сюда притащить ее? На ту хуйню? Ну, вообще, по центру вот тут поставить ее. А вон, смотри, какая-то хуйня есть. Где она? Наверху, которая? Да, вот это. Туда, может, туда заберемся? Блядь, туда она не очень... Пойдем. Пойдем, глянем. Она будет хорошо на ней смотреться. Просто там нужно будет фундамент тогда на или неё можно делать. Вон там, вот помнишь, у нас же есть вон рядом-то тоже хуйня. А-а-а. Там уже есть эта лестница, там быстро будет. Хуй знает. Не, надо, он на той вот. Надо, он... чтобы она смотрелась так. Вообще, по хвеншу, ебать, она опасная, сука. Стеклянный этот пол. Входы есть. Теперь пора делать очистительную. Чисти. Ай. Труба чистая, ебать, тут вообще, по-моему, чисти, чисти. Так, чего мне не хватает? Шлюп. Ты не взял. Бля, по-моему, немножко не так. Так, стоп, вообще как оно работает? Тут-тут-тут-тут-тут-тун. Ага. И нихуя. Так, это у нас опа. Ебать, ты хуйнул. Опасная хуйня. Лучше не лезь, чувак, там. Не так она работает, как должна. Ага. Так, очистительный хуяк. Ебать, тут даже уцепиться не за что. Не, очистительный говорю. Хуяк. Так, если так. Из очистительного, да, у нас идет конструктор, который из пластмассы делает. Ага. Так, а нам пластмассы надо прям дохуя, да? О, да хуй знает. Не, ну на компы. Да не, на самом деле, не прям дохуя. Нам да. Одного вагона, наверное, хватит полного, чтобы нормально забивался. Блять, что такое-то, ёпта? Я не знаю, мне что дамажит ничего, блять. Может, это радиация там, не? То есть не родятся, да, а это газ. А, это конец карты, ебать, чувак, прикинь. В смысле? Иди сюда, тут выходишь, начинает тебя дамажить, написано, это вы выходите за пределы собственности ферсит, короче. Нихуя себе. Это типа, блядь, как в этом, как в Battlefield, зона, типа, за пределами карты, за которую подыхаешь. Сейчас, подожди, ты где там? Бягу к тебе. Ну тут на самом деле тогда сканить нет смысла, чувак. Уже конец карты. Ох, ебать. Да, то есть это получается конец карты, все. Да. Пойдем тогда там, вот там тогда лучше поставим на этой хуйне и все. Пять. Потому что ну тут, блядь, совсем. Ты какого хуй тут забыл, пидор? Так, бахнется. А оно просканило, кстати, он-то. Или нет, или чё, ну, да хуй его поймешь. Максим, а где дальше? Ебать, это что, получается, блядь, завод в одной части карты построили, типа, блядь, около стенки, блядь. Да. Не по центру, получается, у нас завод, Шурик, а в углу на в самом. Да. Ты где? Бежи за мной, пошли. Где ты? Сейчас спускайся. Лечи. Лечи. А на эту, кстати, хуйню, по-моему, так нормально запрыгнуть нельзя. На многие было можно, но это не. Да
Так, у нас было 6 очистителей, надо, значит, больше. Надо, значит, 9. Прям, чтобы много пластика, ну, не нужно. Надо, чтобы, типа, просто одинарно один вагон забивался в этом поезде. Довольно быстро и все. Ну, помимо этого, тут еще есть нюансы. Ну, еще резина надо, чтобы вагон забивался, на самом деле, чувак. Тебе надо сделать и резину, и пластик. То есть, чтобы резина один вагон, а второй пластиком. Ну, по факту, у тебя один плотный конвейер 4 уровня, чтобы прям, все время он непрерывно, блядь, хуячил. Типа, это нормально, типа. А, вот же ж у меня труба. А ты построил уже, типа? Да, все, у тебя теперь работает. Ебать, тебя тут хитрочит, блядь. Ну, наверх, чтобы не подниматься пешком. Ну вот, на этой вот поставим скале, короче. Надо туда подход сделать. А, тут нет подхода, я думал, есть. Серьезно, блядь, я с высотой не просчитался. Ёп, блядь. На то. Давай, знаешь, как сделаем, чувак? Иди сюда. А, ладно, я не так хотел. Я хотел, типа, мостики сделать такие красивые, типа. А, типа мостиком? Да, вот сюда вот у мостика, и оттуда на нее, короче. Уж так. В смысле, как? Давай вот здесь вот мостик просто сделаем. У тебя есть? Да. А может вниз немножко, да. Да, вниз теперь. Все. Где? Это восьмерка? Или нет, значит, тогда сразу лучше вниз. Я не уверен, кстати, будем мы расширять вот этот или нет. Это, наверное, низковато все-таки будет. Надо одну плоскую. Да, и теперь еще одну вниз. Не так некрасиво. Надо, чтобы вниз она была. Чтобы в землю вот здесь утыкалась, потом по земле. И вот сюда вот, короче. А потом туда. И все. А тут я не знаю, просто, наверное, вот сюда сделаем переход. Так, надо фундамент поставить. Бля, а как тут же можно карабкаться было вроде, да? Да, чувак, тут карабкаться можешь, смотри. Поляна. Ну, не знаю, можно какой-нибудь типа подъем сделать. Я, кстати, не уверен, чувак, что тут места хватит для вышки. Тут что-то как-то, блядь. Вот здесь. Расчистить от деревьев. И все, конец. Конец, концы. Поставь там фундамент. Не, надо было фундамент поставить тебе. А потом, наверное, вышку может. Ну не, я хочу по красоте. А, по лианам хочешь? Не-не-не. Вот они, лианы, по ним же уже можно, да, вот, смотри. То есть не нужна лестница технически. Оп. Хочешь прям лестницу нормально просто? Да, а это запетлять его. А-а-а. Так. Бля, у нас все равно, кстати, от слогров нет, чувак. А, бля, точно. Я пойду сделаю от слогров, а ты пока построишь. Ты ж не торопишься. И это, как вам? И деревья там спили наверху. А что там надо? А слогрофы... Укрепленные каркасы и кабель. А еще этих самых нужно. Маяков. Здесь надо, кстати, каемкой да обделать тоже, чувак. А то там сделана оградка, а тут не сделано, короче. Не равен час упадешь. Ладно, я полетел за слографами, короче. Я почти доделал. Пока там подготовка, как говорится. Электричество, там хуичество. Экс. Понятно. Ну, вставай, встань, сука.
О, все. Где моя пила? Вот так. Интересно, лианы спилить можно? Фиг знает, кстати. О, забылась. И чё это за хуйня? Сканер объектов, новый объект добавлен, сканер объектов написано. А, посмотри там это самое. Да, места падения можно сканировать теперь. Этих хард-диски где лежат. А, это в этом сканере, в этом, который у нас ручной. Да, просто новая эта хуйня открылась. Ну-ка. Энергослизни. Назад. Так, а как листать я забыл? На кнопку там зажимаешь какую-то, сейчас скажу. А, правую кнопку мыши, все. Яга, да, места падений, да. У тебя, Дима, кстати, сканер есть? Не, я себе не делал. Ну, на самом деле он бесполезный. Но прикольный на вид. Слушай, а может этот самый нам космический лифт перетащить на новую базу? А знаешь что, я боюсь, короче, блядь, что он, сука, обнулится. А, что там лежит? Да. А там вроде много лежит? Или технологии обнулятся в нем, типа, заново придется качать его, отправлять. Не, технологии не обнуляются, это я. Да, я свой... Специально перетаскивающий хаб. Я перетаскивал космические лифты на Армаз. Да, ну тогда можно. Тогда я не против. Только надо место как-то подготовить, знаешь, поставить так красиво его. Ну да. Как-то прям его на пьедестал почёта. Ну потом, как наберется какая-нибудь хуйня, найдется место какое-нибудь хорошее. Так, ну готов мостик. Только надо вот тут как что-то сделать. Сколько там, 30 надо на эту хуйню? Да, по-моему. Сейчас гляну. Да, 30, 20 маячков, 50 укрепленных этих, 30 укрепленных каркасов и 100 кабеля. У меня кабеля, кстати, нету. Сейчас я тогда наберу поболее сразу. Может сразу типа сделать 2 стака их в суточку. Так, дайте мне этот самый фундамент маленький. О, даже не маленький, если вот так тут. Не очень. Самый умный. Самый умный, самый хитрый. И поставил не так. И еще фундамента. Что у вас там произошло? У нас? Ничего. Да, я услышал бадыщ. Не знаю, нет. А, все понятно, с таким звуком очиститель ставится, блять. Ну да. Бадыщ, это ты у себя услышал, получается. А, не у нас. Ну он прям хуйнул так хуйнул. Так, чё я сюда хочу? Секса. И шкур. Блять, я, кстати, уже почти весь этот переработал. Да. Кварц уже не заканчивается. Еще сгоняем. Теперь у нас там нормас.
Да надо же поезд будет запускать. Раз уж мы электричество провели. Надо вообще будет, типа, поезд пускать по кругу как-то, по дальнему. Чтобы собирать, типа, всякие экзотические ресурсы. Да, кстати, можно этот самый закольцевать, чтобы на этот самый, на серу заходил он, на нашу, на ту. Да. На кварц, потом на эту. Один вагон с кварцем, один с серой. На боксит вот этот, кстати, потом нужно будет тоже его дернуть. Угу. Блять, вот этот камень стоит, сука, наверх, в вихатуре, ну ладно. Блять! Лечу на этом самом, на как его называют? Джетпаке. На джетпаке, но выставлен экзоскостюм. Чуть не сдох. Типа заметил и обосрался. Да, пиздец. Я заметил, когда уже вниз падал. Норм, чё? Думаю, чё-то это не то, почему я не лечу? Ну, так и внезапно оказалось. Что-то пошло не по плану. Да. Это не, была не лучшая идея прыгать, я не знаю, одет или не одет в джетпак. Ну я уже 84 сделал. Масс. А зачем столько? На нам 500? Ну я сразу решил с запасом, чтобы еще где-нибудь ставить, чтобы второй раз не лететь. Типа еще где-нибудь еще поставим. Так. Надо взять чего еще? Что там еще надо на эту хуйню там? А, 100 проволоки, ой, кабеля. Именно кабеля на пол. А где он вообще находится-то? Вот возле базы, кстати, там ящик стоит. Не, я имею в виду этот, ты сам, сама башня. Организация. Третий, по-моему. Ага, вижу. До проводов еще 20 этих, короче, маячков. Так, все, я этот самый, кстати, обнес забором маленькую базу. Блин, а как сделать, чтобы руки были, короче? Руки. Наши руки не для скуки. Типа, чтобы не предмет в руке, а руки просто. У меня такое было. Надо предмет выкидывать. Ну, точнее, из руки убирать в инвентарь. Под их не знаю. Катухи пошли. Так, ладно. Ну и чё, сколько у нас живет? О, прикиньте, 1.6. Сейчас как завод новый запустим, так вообще пиздец. Чё, кончилось? Медь? Сейчас заберём. Ёшкина медь кончилась. Ёшки на медь закончила. А где у тебя меч, Шурик? Медная проволока. Медная проволока. Ну, а, вот вижу. Нужен кабель медный, а не проволока. Не, на эти нужно. Бля, сука. Как не удобно. На маячки нужно. Там маяки нужны, вот что. Так, есть идея еще вот тут кое-что сделать. Опа. Тоже надо стены ебануть. Блять. Ебани давай палочкой. Ебануть стену. Так, где была труба? А чё вы тут цепляете?
А, это, блядь, не та штука. Думаю, почему труба не цепляется? Это вообще не то. Бля, ну там поставил. Опа. Надо еще стак этих тяжелых взять. Блядь. Так, я просто уже второй уровень начал строить. Второй уровень, ебать, ты круг. Ну, точнее как, я сейчас все обстрою, потом просто подключу и старый разберу нахуй. Все, я лечушь. Давай. Я сейчас тоже подсоединюсь. А что хотел сделать? Так. Блять, а в какую мне трубу? Вот в эту? Я смотрю, у вас, в принципе, пластмасса идет только с одного. С очистительного. Да. Я буду делать с трех. Да без разницы. Чисто пластмасс. А, также сейчас сверх поведу на резину. Это будет второй у меня уровень. И, наверное, наверху я также буду пущу на это. Я так и сделал горку. Там такая горка пиздатая. Потом посмотрите. Так, как я тут это говно буду расставлять? Так, лечу к тебе. Все, я тут. Чё? А, в трубу. Ага. Ты обнес, да? Молодец. Вот тут у меня будет. Ну, наверху я не обносил. Я еще поставил один ящик, чтобы в холостую не работали, чтобы еще ящик набило. Тягу. Нужна ебаная стена. Тут нужна ебаная стена. Так, ну давай. И вот тут нужно по стене. Теперь надо вспоминать. Да, мне внизу, если космический лифт поставить, вообще, чтобы всю базу обозревать вместе с лифтом. Электричество подключить. А, блядь. Не пизда. А, нет, мне не пизда. Все, отлично. Что-то ты быстрый, короче. Да, хотел уже. Опробовать. Ага, вот тут. Вот тут, значит. Погнали. Так, только надо аккуратно с этими платформами. Че по тупому так сделали? И быть тебе колбасика, ты ползешь, пиздец. Да, вижу. Ой, блядь, падай. На этой платформе нужно этот самый было им сделать, как его? Ограду, чтобы не упасть. Ты тупым, так и кажется, что вы сейчас упадешь вниз. Вот это видок, да? О, бля, ништяк. Я же вот так всю базу достроить, этот космический лифт ёбнуть такой, тих, высотуру. И все будет видно. Ну я бы не сказал, что ты типа больше сильно открылась, типа того. Заебись, труба наверх заведена. А где мы? А, вот тут. Ну, вид, конечно, прикольный. Сразу скажу, у меня тут будут некоторые потери в электроэнергии. А, Сорик, я умираю! Блять, я просто туда прыгать. Или я долечу, или я умру. Потери будут, потому что я наверх поднимаю трубу. Я знал, что я долечу, короче. Блин, Дима, главное не проси, не просади нам. Не, я про потери в смысле этот, на подъем питалого. В смысле, какие будут потери? Некоторые затраты.
Главное электричество, чтобы работать и все остальное. Да будет работать, я его не трогаю. Зацени, Кирюха, прикол. Ты где? Стоишь? Это где вообще? Я на башне, ой, на этом. Тут, на базе. Зацени там этот вход. Сейчас, подожди, прикол смотри. В трубу нахуй! Блять, надо было это притормозить. Трамплинчик, блять, получается. Вот так я хотел там трамплин сделать, чтобы с вышки вот так загнаться и сигануть, и полететь с той высоты. Но меня не фартануло тогда. На вышка не ставится, эта хуйня. Так, надо похиляться, где эта залупа? Я так убьюсь нафиг.